Ты умный, мы не умные. Мужики, ты только мы сегодня представляем различные отрасли культуры, армянской культуры, ремесла, искусства, те особенно, которые мы стараемся передать нашим детям и которые передаются из поколения в поколение. Вот одна работа – это карпет, армянская ручная работа, которая ткется из овечьей шерсти в основном. Каждая работа имеет обязательно свой узор, и каждая местность имеет свою специфику узоров. Вот наша Сюзанна, она соткала свой первый карпет. Мы делаем ковры, сохраняя натурально окрашенные нитки, технологию натурально окрашенных нитей. Используем армянский древний вуртанг армир, это червячки, из которых получается красный, яркий красный цвет. Используем индийский индиго, из которого получаются синие и зеленые цвета. Бессмертник, из которого желтый цвет получается. Из камня, натурального камня. Изображение там храм, армянский храм. Это наш символ Арцаха. Сделали наши дети. This event is very important because there are a lot of cooperative workshops. For example, some of these things that we bought here is from Armenian wool that was spun in the south of Armenia and is handmade, hand-dyed, very special items for the house. And it's an important way of supporting female workers, women workers in the south of Armenia, because there's not so many opportunities for employment there. And their work is so beautiful. Would you like to see? This is made for sofa, so you put it on the sofa. We wanted to do some hiking, so we've done a few trails, but to find the cultural and arts and crafts festival here is wonderful. I think it's beautiful and a terrific insight into your foods, your music and the dance. Delightful. Фестиваль получается отлично, потому что это нужно. Нужно уважать соседей, нужно уважать те культуры, которые живут с тобой вместе. Здесь ассирийцы, здесь языды,
Здесь разные национальности тоже выступают. Каждый представляет свою культуру. И я считаю, что это очень важно.